Страшное желе нападает. Они все погрязли в радиоактивном желе. Это не это. Сегодня у нас необычная упаковка. Всем привет. Вы на канале? Потанцуем. Да, сегодня у нас что? Желейка упаковка. Желейка. У нас сегодня вот такие мусорнички. Трэш-паки. А я их опечатала. Лизунами, желейками. Я их опечатала. Ты распечатала их? Да. Да ты что? Будем открывать. А сейчас мы будем открывать их? Да. Ну давай. Что там у нас внутри интересно есть? Как ты думаешь, что там? А что там внутри у тебя будет? Желейка. Желейка? А какой? Можно посмотрю, что это такое? Да. Вот у нас такие мусорнички. Трэш-пак. А это? Вот здесь смотри, такие всякие объедки. Наверное, там что-то. О, ты что-то уже открыла? Что у тебя там внутри? Желейка. Это лизун-желейка? Да. Зеленая противная слизь? Да. Радиоактивная слизь. А это кто? Кто это такие попались? Не знаю, папа. Ну-ка, а класс, пока их не посмотрим. Давай-ка мы их откроем и посмотрим, да? Ай, у меня это червяк. Червяк какой-то? Так, у меня какой-то сейчас... Пальчик, это мясо. Давай я тебе буду открывать. Так, первый у нас кто? Ой, вот такой. Я даже не знаю, кто это. Ему плохо стало. А давай их попробуем, почуем. Знаешь, на кого это похоже? Это похоже на гнилую грушу. Да. Это может быть какая-то гнилая груша с глазами. Да. Такая, да. Держи, маленькая мягкая. А как желейка? Как желейка? Откроем желейку. Сейчас желейку тоже откроем, да. Сейчас мы откроем человечков. Это у меня, смотри, такой веселый озорной чайник. Кстати, похож на Спанч Боба. Нет, такой, это не похож. В общем, такой веселый Спанч Боб. Так, смотри, он тоже мягкий. Такой совсем мягкий. Держи второго. Такого товарища веселого. Дан-дан-дан-дан. А у меня... Ой, это бабочка какая-то. Бабочки, наверное... Стало плохо. Вот она, бабочке стало плохо. Она вся зеленая, она вся какая-то такая облезлая у нее во рту. В общем, дай такая вот тоже ей. Мягкая. Держи. Так, знаешь, что мы сделаем? Мы их засунем в мусорник, да, и нальем сверху желейку, и они будут страшные и противные в желе. Давай? Да. Давай, складывай их. Да. А я тебе пока открою желейку. Ой, убежали все. Давай покажем трубку. Я не очень горюю. Это у нас слизька. Я не очень горюю. Сейчас мы достанем нашего лизуна. Лизунчики. Они даже не обладают еще. Да, это геотики, наши любимые трэш-паки, да? Они даже не обладают еще. Так. Давай ладошку. Ладошку. Ой. Сейчас у нас, подожди. Вот она, наша желейка. Сопли нападают. Радиоактивная слизь. Ужас, какая противная. Она лезет. Лезет из пакетика. Спасите. О, какая она. Я не могу ее дотянуться. Ты ее тяни, вытягивай. Вытягивай. Ой, порвалась. Так, сейчас мы ее все достанем. Ну-ка. Опа, все. Мы смогли достать все. Пакетики убираем. И первая желейка у нас готова. Покажи-ка, что там получилось. Ну-ка, ой, а где наши герои? Они в слизи. О, их поглотила зеленая противная жижа. Вон они. Ужас. Ужас, жижа, смотри, она вся напала на них. Что же делать? Давай, держи. Можно их спасать оттуда из жижи. Ужас. Смотри, лизун поглотил, страшил. Ужас, никак не достать. Какой кошмар. Достала один. Ты достала? Да. Ой, ты его спасла. Ой, он есть в жиже. И что, я зацепилась? Ты сама зацепилась? Да. Здорово.
Ну-ка. О, этот хорошо достался. Вот меня спасли. Я чудом выбрался. Слава Богу. А этот чайничек. О, чайничек тоже хорошо выбрался. Опять моя майка застряла. Твоя майка застряла. Собираем вот такую всю жижу. Че, я пошла. Такие зеленые. Я его пошла. Супер. Давай открывать, наверное, второй мусорник. А давай этот? Давай. У нас еще один мусорник. Там такой. Где это? Так. Там газуля. Газуля? Хорошо, так, что у нас здесь? У нас здесь какая-то машинка. Машинка, а не газуля. Это машинка. Так, сейчас мы ее откроем. О, какая синяя машинка, но ей, наверное, тоже стало плохо. Какая-то она такая, явно чувствует себя не очень хорошо. У нее побитые стекла, вон тут все грязное. В общем, такая смешная машинка. Но тоже мягкая. Держи. Держи свою машинку. Красивая. Она грязная весь. Она вся грязная? Да. Кто-то испачкал ее. Так, у нас а кто? Давай сейчас немых коробочку. Здесь даже непонятно. А я знаю, это ролл. Это какой-то, это шаурма какая-то. А дай мне это, папа. А мы будем его прятать. Да, это держи. Он тоже. Буритос какой-то. Смешной. И еще один какой-то. А это газуля. О. Это ролл с курицей. А дай, папа, тут дай, она папа, вся дай. Дай, папа, дай, дай. Держи, дай. Держи. Пока не напоят газуля. Ой, ты их всех зальешь слизью? Да. Окей, мы сейчас достанем вторую жилетку нашу. Сейчас сделаем чик-чик-чик. И сейчас мы выглядим нашу вторую жилетку. Ура! Смотри, вторая желейка уже вылезает наружу. Вот она. Вот она, наша желейка. Сверху ее? Да. Один полный мусорник желее. Что там случилось? Он даже не закрывается. В общем, все наружу вылезает. Покажешь, что тут получилось? Ой, ой. Покажу, что там получилось у нас. Не могу закрыть. Ты не можешь закрыть? Вот. О, наконец-то закрылось. Ну-ка, и вот кто-нибудь придет выкидывать мусор, подходит, а там полное все радиоактивного желе. Страшное желе нападает. Они все погрязли в радиоактивном желе. Это не это. Давай доставать. Рвем желе. Быстрее рвем его на части. Всех будем спасать. Фу, все выбрались. Так. Ой, малыши еще не могли выбраться. У тебя тоже там один малышек остался? Нет, чайчик остался. Что у тебя остался? Чайчик. А чайничек? Вот эти малыши. Вьем, и вьем. Вот они, здесь еще один. Смотри, малышка. Вьем, вьем. Вот такая у нас желейка. А какие мальчик? Малыши? Вот они здесь, смотри, все. Они здесь все резиновые малыши. Такая у вас, да. Суперские лизуны. Они еще висят мусорки. Так. А дай мне... Ой, это... ой, быстрее доставай его. Они все спрячутся сейчас в мусорник. Сейчас возьмем кучу жижи. Наши лизуны. Папа. Ой, да. Ты вся в желе. Посмотри, я тебя не вижу даже. Ты вся в желе? Ужас. На тебя напала желейка. Вот ты где. Слушай, я ее так растянул, посмотри. Ну-ка, посмотри. У нас вообще просто как папа. Пузырь какой-то. Как ты думаешь, надуем пузырь? Да. У нас получится? Да. Сейчас мы его растянем. Сейчас мы его растянем, это желе. И попробуем надуть страшный пузырь. У нас будет страшный пузырь. Какой? Пузырь из желе. Ой, как-то у меня его не очень получается. В общем, сопли атакуют. Тебе понравились? Лизунчики такие. Папа, а у меня не хватит на всех, папа. Не хватит на всех? Да. Они попали в беду, надо их спасать, папа. Они попали в беду? Быстрее спасай их из желейки. Давай быстрее, свечка. Ой.
Все, я его помогу тебе. Держи. Вот. Там кто-то еще. Кто-то еще есть. Куча слизи. А это супчик потом. Супер желе. Она нападает. Она нападает. Спасите. Спасите. Она пугает. Кто пугает? Кожа. Ну-ка. Ой. Ой, твоя рука вся в желе. Ой, она там пукает, что ли? Да. Пукающая желейка какая-то. Да. Вот это да. Она чего-то еще. Хочешь покажу тебе прикол? Покажи. Ой, покажи еще раз прикол. Покажу. А там пузырьки у меня. Это пузырьки там? На пукающей желе? Да. Их надо бащать. Ты помнишь, их надо бащать? Помню. Ой, вытягиваем желе. Вот они все. Что тут получилось? Смотри, ну-ка, они все погрязли. Ну-ка, покажи. Они грязные. Все погрязли. Да, все в желейке. Они грязные. Ужас. Ужас. Я боюсь, что они грязные. Все в соплях. В общем, сопли поглотили все. Пока-пока! Пока-пока! А мы еще поиграем чуть-чуть. Скорее. Все, я выиграл.